Всем привет-привет! Такая вот красота. Я вчера достала, а оно полугнилой. Обидно, досадно, ну ладно. Хочу показать, чем планирую сегодня заняться. Достала сегодня, ну как сегодня, не сегодня, рассматривала ахименосы, и они вот так вот проросли. Их надо уже сажать. Смотрите, какие они. Уже там червячки какие. Сейчас будем их сажать. Рассаживать, высаживать. И смотреть следующие. Там еще, наверное, тоже проросли. Это я когда смотрела-то? Уже давно. Вот смотрите, они какие. Уже. Их надо уже высаживать. Да нет. Вот, и сегодня я планирую их... Где хоть, господи, что мой-то? Сегодня я планирую... Сейчас я еще достану еще другие, следующие. И посмотрю, что там. А эти даже высохли. Сначала же они были проросшие, но я их тоже посажу. Это что у меня такие? А, это красивый сорт был. Был. Ключевое слово был. Но я надеюсь, что сейчас мы... Все равно я попробую его посадить. Был он вот такой вот, тоже проросший, но, видать, я передержала. Я все ждала-ждала, и, видать, передержала. Высадить еще мне надо вот оксалисы. Я их ставила на проращивание. И вот некоторые вот так вот меня вот проросли, которые проращиваются, которые, да, я их высаживаю в стаканчики, которые еще будут на проращивание, я их назад повешу вот так вот, и еще у меня, поставить вот эти вот оксалисы тоже на проращивание будут, вот, этим мы сейчас будем заниматься. Сейчас я все приготовлю и начнем сажать, рассаживать. Продолжаем наши посадочки. Так, я приготовила такой стаканчик и вот этот, наверное. Сейчас я аккуратно вытащу и покажу. Так, один у нас, это у нас триколор. Ай. Оп, готово. Так вот. Так, и второй. И они у меня пойдут под лампы. И сейчас приступим к ахименосам. Так, так. Сейчас я... Что у меня тут? Файр. Сразу повтыкаю. Так, здесь вон какие они большие. Я даже не знаю, как их засыпать-то. Ну, так как-то засыплю. Посмотрим. Здесь-то поменьше. Засыплю сейчас. Так, в марту пришлось брать вот такой огромный стакан, потому что здесь прям вообще огромные они. И, наверное, зря так буду делать, да? Но я лучше потом рассажу, если что. Вот один отдельно посажу. Так вот. Ух, у меня. Вот это я отрастила. Сейчас засыплю. Вот так вот у меня получились стаканчики. Так вот я все подписала. Накрывать я их не буду. Здесь вот Марта в самом большом стаканчике. Я, наверное, его отдельно поставлю. А этот вот сюда вот. Вот. Вот так вот, наверное. Вот. И сейчас, наверное, что я буду делать теперь с оксалисами. Буду сейчас подписывать, наклеивать на пакетики, и в эти же пакетики буду добавлять земельку, то есть чтобы они проросли.
Вот, сейчас покажу. Так, выглядеть это будет вот так вот. Все я это составлю в один большой пакетик, такой же в zip, и повешу на окошко. Когда они начнут проклевываться, я этот пакетик открою, чтобы сюда был воздух, доступ воздуха. И еще они у меня будут так стоять. Вот. А сейчас пока они вот так будут у меня стоять. На проращивании. Так, вот. Вот так вот это будет выглядеть. И сейчас я повешу это вот так вот на окошко. И будем ждать проращивания и цветения. И посмотрим, какие они будут красивые. Очень надеюсь, что это будут красивые, необычные оксалисы. На этом всем пока-пока. Пока-пока. Счастья, здоровья, не болейте. Целую, обнимаю. Пока-пока.